перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежды с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Чеда, блин, вот это вот чеда, это пиздец. Что за чеда? Ты не знаешь, что такое чеда? Нет. Не скажу. Ну, это вот. Будет тайна. Ну, пожалуйста. Привет, как дела у всех? Мне просто что-то скучно стало. Чеда, все дела. Привет, привет. И нас разъебал всех. Жижи. Жижа? Какая жижа? Жиежи, говорит. Жижа. Это про жижи, они говорят. Ну, а что ты? Хакасии? Нифига себе. Привет, Хакасии. Хакасии, привет. Блин, видела, смотри, на Захарова похоже было. Из-за того, что рыжие волосы хоть да. Все, было похоже на Захарова. Все теперь похожи на Захарова. Когда релизы будут? Надеюсь, через месяц. Много-много-много. Пить с Палмом будешь, с Пандропом всегда буду пить. Пандропом буду пить. Кем пошли гулять. Пошли. Я гуляю. Беседа Дина с Фэмили приветствует. Привет, привет. Привет из Казани. Привет, Казань. Дина с Фэмили? Да. Скучно. Гоу, бар, друзья. Гоу, чувак. Пошли гулять. Да пошли, пошли. Без проблем. Сейчас на тракторе нахожусь. До бара, друзья, возле, далеко. Возле 7 звезд. Да не 7 звезд, ни хрена это диамант. Блин, я похож на какого-то недокота, короче. Вообще, я похож на тёлку сейчас. Типа реально. Ну, выключи эту маску. А мне нравится. Смотри, смотри, нет, не, подожди, подвинься сюда, короче, тоже это будет штука. Да, вот, смотри. У меня черные ушки. А у меня белые. Чувашая тут, чувашая. Всем привет. О, Стасян, здорово. Стасян? О, Стасян. Дина, скажи, что ты думаешь по поводу группы из трех человек, которые ездят по России и жестко убивают всех подряд. Кого заметят? Я что-то не слышал такого. Видимо, какие-то новости пропустил. Я о таких ребятах не слышал что-то. Может, он хочет сделать их? А, или ты хочешь что-то придумать? Ну, типа, это плохой план, чувак. Ты сядешь, мне кажется. Причем на городе втором. Хотя, смотря, как полиция будет работать. С кем следующий батл, не скажу. Это секрет. А вы знаете, кто это? Смотрите, сегодня без Чики да Дилды. Москва. Ой, Москва. Привет, Москва. Че, когда в Бишкек уже, чувак? Вот Бишкек, точно я это быстро приехать не смогу. Привет из Астрахани, Астрахань, привет. Самый фан с второй страницы. Из Москвы. Треки будут, конечно, будут. Конечно, будут треки. Конечно, будут. Ой, сколько сердечек. Вот с этим, короче, как это называется, скин? Кто? Вот это вот. Ну вот это вот то, что на меня маска надевается. Или как это хуйня называется, не знаешь? С ней прям охота вот так вот делать, как пидовочка, короче, такая. Типа. Тян, сердечки. Когда финал? Блин, точно не знаю, когда финал. А вам нравится, кстати, идея свернуть полуфиналом? Мне нравится, что возвращают полуфинал. Я пока не знаю, точно вернут или нет. Но Терепс грамотно предложил. Насчет группы, это жесткая утка. Видео 2017 года, людей под Химками типа убивают. Я не шарю за Химки, чувак. Почему тебя засудили с Браги? Меня не засудили. Куда ты делал? А, что, они так совсем убирают? Да, что? Они... Все. Коснитесь глаз, подожди. А-а-а! Это я могу выбирать, поняла, накрасить ебальник или нет, короче. Смотрите, да? Ради, ну вот смотри, смотри, ну смотри на глаза. О, видишь? А-а-а. Типа они появляются или нет? Болею за тебя, всем привет, где остальные голуби? Блин, в своих городах я-то, в ЛГИ, я в Волгограде. Не в Питере, не слава богу, не в Москве, поэтому я в Волгограде. Чего ты так против Москвы? Кому нравится Москва? Кому, вот давайте вопрос, кому что больше нравится, Москва или Питер? Нет, у него Москва или Питер против Пурдорога. Ладно, просто. Кому нравится Москва или кому не нравится мне Москва? Мне нравится Москва. Верните полуфинал, Олечка красава. Полуфинал должны вернуть. Привет из Алишера? Алишер? А где находится такой город? Алишер. Я что-то даже не знаю. А, привет от Алишера, твою мать.
Я говорю, привет из Алишера. Я думаю, что за Алишер? Где такой? Думаю, я что, так хуёво знаю географию, что, блин, не знаю, где находится Алишер. Я говорю, ты разъебёшь ФБ, спасибо, чувак. Почему все подкалывают Майлса за то, что он молодой? Ну, потому что он молодой чувак, типа. Логика батл. МСК. ВЛГ. Мне нравится Москва. Ну, видишь, вон есть люди, которым нравится Москва. Так что один. А в полуфинале будут участвовать два батлера из одной команды. Пока не знаю точно. Челяба. О, Челяба. Питер. Из Питера. Питер. Питер. Видишь, все, Питер уже победил. Душите Москву. Да, никто не ладно, шучу, блин. Шучу. Москва, Москва, респект. И хорошим москвичам тоже респект. Привет из ЕКБ. О, ЕКБ, привет. А, злые голуби, лучшая победа будет. Тиграм хана, а не отстой. Е. Тебе идут ушки. Мне вот тоже нравится, я другие скины еще посмотрю. Типа, может, есть какие прикольные. Еще глянем. Блин, это я просто, блядь, как накрашенный, блядь. Что за это? Есть? О, я еще нашел. Нихера. Чуваки, прикинь. Охренеть. А почему такие глаза? Смотри на глаза. Ну, типа, мило. А, это типа милые глаза? Да, типа милые, ну, типа они блестят так. Знаешь, такие большие-большие глаза, у которых еще отражение. Что там еще есть? А что это такое? Что это? Вот это? Это, мне кажется... Ва-а-а, чуваки! Это просто, да, трущоба в здании, это же вообще... Нет, это не так прикольно, это прикольно только пару раз, так это какая-то хрень. А вот это что такое? Не знаю, сейчас посмотрим. Откройте рот. Давай. А, нихуя ты! Блять, это пиздец. Ужасно. Да, мне понравились вот это вот. А мне те больше. Блин, а те ушки, по-моему, лучше. Да, были. Те ушки. Ты нас охуенный, спасибо. Я периодически сейчас чат читаю. Сейчас чат. Сейчас ушки надо выбрать. А вот еще какие-то ушки, подожди, что за ушки? А разница? Вообще нет разницы, короче. Ну. Просто нет. Давай групповую трансу с рандомным зрителем. Блин, не, пока не хочу. Потом можно будет замутить. Их масок эфир за... Таких масок эфир за... Топорился, ну блин. Менч по музыке, музыкальной составляющей. Чё слушаешь? Блин, вообще разное. Я слушаю музыку под настроение. Привет из Баши. Баши! Не от Баши, а из Баши. Вот тут я сейчас правильно прочитал это. Я не понял, есть ли такой город. А у голубей будет что-то типа открытой встречи? Не знаю пока. У меня была открытая встреча, кстати, спасибо всем, кто был. У меня была 30 сентября, было охуительно. Мы нажрались, было клево, много крутых людей было. Хотите, я вам тёлочку покажу? Она стесняется. Скажите, что она красивая, пожалуйста, а то она стесняется. Напиши, эй, ты красотка. Что у тебя за традиция на ФБ сливать свои третьи раунды? Я не знаю, почему так получается. Это очень известный город в Казахстане. А, ну, Алишер очень известный город в Казахстане. Или как там был, по-моему, Алишер? Нет, у него, короче, имя вот, видишь, написано. Алишер, да. Очень известный город в Казахстане. Мне кажется, он не про Алишер говорит. А может, ты рок-н-ролльщик, гы. Заборчиком, все по стилю 2007-го. Молодец, красавчик. Где, кто? Ну вот, заборчиком, видишь, ты же... Ты... Блин, Анатолий, слушай, а я не допер его. Ну, все. Кстати, был вы в Одессе? Нет, я не был в Одессе. Блин, давай наберем, короче, лицо. Убрать? Да, вот просто берем нахрен. Не, в Одессе я не был. Я бы съездил в Одессу. Одесса. Я знаю про Одессу только стереотипы. А так я в Одессе не был. Ты хоть её покажи сперва. Она боится. Смотрите. Оп, прячется. Эта девка просто пуля милфа. А, милавка. Милавка ты. Ты милавка. Красотка выглядывает. Почему закрыли 17.03? Да я не секу, я ж... Блин, не с Питера. Я хз, почему их там закрыли, прикрыли. Все нормально с ними будет, камон. Не пропадет. Блять, никуда семнашка. Зажигалку уронил, прикиньте.
Вот, мы бы сказали, что ты красивая, но ты скрываешься. Респект. Мы бы подтвердили факт твоей красоты. Ну, покажись им, чтобы они подтвердили факт. Вот, все правильно чувак написал. Нет. Да ладно? Нет. Курить плохо. Кто с конфы? Привет оттуда, привет. Кто с Волгограда, приезжайте. Где ты? Я на тракторном. Пожалуйста, берите. Чика, ты дилда где, привет? Я передам, но ее сегодня нету, да. Волков, смотри. Где? Вот. А, да, Анатолий Волков. Харизма 8. Ну, слушай, ну, зато АЕ. Как бы, как сказал мне Леха Медь, мужики не плачут, поэтому главное это харизма. Саня, ты как там, Сань? У нас в Волгограде холодно, а в Питере говорят тепло, и теперь я еще больше жалею, что я не в Питере. Харизма 8, блин. Ты знаешь прикол про харизму 8? Ну, нет. Ладно. Привет, охуенный фаворит ФБ, удачи тебе, спасибо большое. Спасибо, спасибо. Чика-то дилда нету, привет. Передам обязательно. Харизма 8. А кто с Волгограда, приезжайте на тракторный. Заберите женщину. Да ебало сейчас бы. Да, только у меня чат стал. Чат стал? Может, просто никто не пишет? Нет, это стал чат. Автоматился, да. Ну ладно. Давай почитаем, что уже писали. Какой стереотип про татаров знаешь? Ну, только, блин, там, иго и все. Остановлено, во. Не, ни хрена он сейчас нет? Не пойдет. Не. Может, зависло там? Блин, там, может, у них тоже там что-то да, зависло? Да, наверное, зависло. Ну, оставь так. Зависло. Транса. Ту-ту-дум. Она просто зависла. Давай обновим. А хорошо, обновить? Вон, здесь стоит. Нет, ты камеру. А, это перевернуть. Я думал, это деревня, ёпта, вылагай. Вон, попить. Вот, попить. На, попить. Пить. Транса встал. Бадяу. Можно эфир вот с Чикой до Дилды? Да, можно, да. Короче, давайте Чикой до Дилды. Краска, мы тебя ждем. Да, заебись своего аккаунта. Сколько мы эфиры? А что? Что ты куришь, что мы эфире, это плохо. Плохо, плохо курить, скажите. Захарова отклонила приглашение. Да, она Чика до Дилды. А, точно, она на работе. Еще 5 минут, и Чика до Дилды не будет на работе. Здорово, Дима. Здорово. Можно, кстати, может, пойдем тихонько? Пойдем. И это самое. Да давай лучше. Что-то нажал? Да не. Немножко глючит эфир, короче. Просто. Бывает глючит. У меня клиенты, Сань, я знаю, что у тебя клиенты. Куда подъехать? Подъезжай, короче. Как эта остановка называется? Третья школа? Нет, не третья школа, а вот соседняя остановка. Площадь Дзержинского? Площадь Дзержинского, да, я забыл. А что, Володя приедет? Да. Ну, свали. А где Володя? Где? Здравствуйте, здравствуй. Володь, если подъедешь, подъезжай. Напиши только. Да, ебой, ебой. Мечтаю, чтобы Динас сделал ФБ. Охуительная мечта. Отличная мечта. Как ты прошел на ФБ? Блин, чувак, просто сдал заявку и прошел. Прошел, охуел, порадовался. Топлю за тебя, спасибо. Куда тут донатить? Саня, я тебе скину номер карты. ВК, и там, в принципе... Хочет, можно будет задонатить. И меня заберите. Мы же будем у тебя забирать. Нет, Сань, ты слишком далеко. Да, Сань, ты слишком далеко. Кстати, это же вот. Давай. Передай привет Раилю. Раилю? Фига себе имя. Привет Раилю. Раиля, я не слышу имя Раиля. В смысле, не слышу имя. Слово, имя, блин. Ну, ладно, привет из Казани, привет Казань. Ты, милый, спасибо. Луганску тоже привет. Будет еще фан-встреча? Да, будет. Потому что было охуенно, но когда точно не знаю. Ну, я хоть раз в ноябре приеду. Будет в ноябре, думаю. А? В ноябре, думаю. Ну, в ноябре. Привет, Сворску. О, привет. 12-й лучший, спасибо. Привет, Беларуси. Салют с центрального Хиросимы. Е-е-е, чувак, здорово. Гоу в Киев. Пока не могу в Киев.
Пока только в родном Вологде. А что, в Киеве мы ехать? Ну, вон, если что, вон, махнем в Киев как-нибудь. Как только заберем миллион, так сразу в Киев. Четкий батон, спасибо. Приятного аппетита, что кушаешь, жвачку. Я могу очень противно чавкать, так что сорян, если чавкаю. Привет из Ворошиловского, привет. Нифига, сколько было вешней. Можно привет, Сочи? Можно привет, Сочи. Почему нельзя передать привет, Сочи? Можно привет, Сочи. Трущобы в массу, е. Что, пойдем на эту стороне его ждать? На этой? Да. А, не, ну пойдем лучше через переход. Сеть не пропадет? А он не сказал? Блин, кстати, сеть может пропасть. Ну, ребят, может сеть пропасть. Ова, ты где? Напиши. Таганрог на связи. Е, Таганрог. Таганрог, привет. Вылагай охуенно будет под гитар. Но ждать, ребята, мелочь, мне опять мелочь есть. Ну, ЛГшники, да, тут в переходах охуенно поют, что. Ну, это в прошлый раз здесь шла, мне какой-то хачик зарплатил. Зачем? Я не знаю. Хочу еще фан-встречу, да будет, будет. Я думаю, можно сделать в ноябре. Ты какого-то 12-го уже будешь? Да, 13-го с тобой где-то... Короче, после 15-14 ноября можно будет подумать. Ну, блин, если в субботу, я в субботу почему? Я выхожу, выйду. Вов, сейчас тебе покажу, я сейчас подойду. Ты увидишь, куда подъезжать. Был в Волжском, как город. Волжский охуенный. По-моему, Волжский поспокойнее, чем Волгоград. Мне там побольше нравится. Я с Волжской 20 назад приехала. Ну, она с Волжского час назад вернулась. Как тебе Волжский? Ну, как Волжский. Волжский как Волжский. Мне нравится. Спокойно там. В Казани пиздец. Говорят, на улице три маньяка ходят и всех убивают. А там целых три маньяка, ё-моё. Я пропустил какой-то мем. Что за девушка с тобой? Это гражданская, гражданка. Новые треки будут? Да, конечно, будут. Куда без них? В Волжском скучно, тихо. Ну, слушай, когда я там был, там не было скучно и тихо, там было спокойненько. Спокойненько? Спокойненько. Там было спокойно, но весело. Со мной вчера в Волжском алкаш бежал. Зачем? Зачем? Здорово. Про три маньяка говорят, его мужика пиздешь. Я хрен знаю, что это история про трех маньяков, я не слышал. Насчет Казани. Говорят, это фейк. Четвертый этап уже прошел. Четвертый этап. Вот, я ответил. Удачи на ФБ, спасибо. Маньяк фейк, Дженнис Майк. С какого-то фильма? Да. Привет, я Бобби Головка. Привет. Главное, чтоб... А его удалили. Зачем? Зачем удалять Бобби Головку? Она и так взорвется. Джейсон. Привет, я Бобби Головку. Ты в Волгограде, да? Пока в Волгограде. А, Володь, тебе же надо сказать, куда подъехать. Гражданская красивая передает, ты красивая. Вы на спарте сегодня будете? Нет. Кто спрашивает? А кто ты? Подожди, кто это Реал? Блин, я не знаю, чувак, я тебя знаю или нет? Нет, маньяков, расслабьтесь, только не сильно сами. Это Вика, ё-моё! А, это Вика? А-а-а. Вика, ты встретиться хотела? Вика, я понял, что это ты. Ты встретиться хотела, Вика? Скажи, бря, зачем? Ну, ты же сказал. Я уже сказал, бря. У тебя какой телефон? У меня? Который в руках. Телефон. Здорово, четко батли, спасибо. Твое лицо спрятанул за что-то. Это капюшон просто, прохладный. Ветер, просто капюшон. Нет, подожди, там что-то про счет насчет чата было.
твое лицо спрятал за чатом, ты это специально или так? А, за чатом, в смысле? Нет, типа, что телефон, да. Вот так. Вов, это, понял, третья школа по вторую продольную как поворачивать. Сюда подъезжай. Слушай, пошли на сигареты. Пойдем. Здесь где-нибудь? Где-то здесь ларёк. Пойдем там посмотрим сейчас. Пойдем там посмотрим сейчас. В Орском девчули красивые. Красивые, конечно. Куда подъезжать? Вов, третья школа, как поворот на вторую продольную. Спроси, где он? Сколько ехать? Сколько ехать будешь? Гражданочка. Я знаю, там есть... Вон тебе гражданочка и сердечко. Вон, там, короче, есть... Пойдем, дойдем. Там было раньше, ладно, я не помню. Ну, пойдем посмотрим, может быть. Сигарчушка. Короче, это, Вов, как на третью школу, поворот на вторую продольную сюда подержи. Смотришь, нищий хайп, да. Блин, меня, короче, не видно. Короче, Вов, если что, позвони. Вот, а то я прям пропадаю. И сеть пропадает. Короче, всем, ребят, хорошего вечера. Всем спасибо, всех обнял. Все будет круто. Влагай.